Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончик. И сегодня мы играли по лесу и нашли очень страшный дом. Димончик сегодня у нас играет за Спанч Боба. Если вам нравится Спанч Боб, ставьте палец вверх. Смотрите, какое у него миленькое личико, как он моргает. Это очень смешно. Ну что, пошли этот домик исследуем. Я надеюсь, там очень все интересно. Но вообще-то играет очень страшная музыка, ребята. Кстати, сейчас уже светлее, кстати. Да, смотри, светлеет. Музыка страшная, ребята. Я вам говорю, здесь что-то в этом доме не то. И здесь, мне кажется, что-то нечисто обитает. Раз такая музыка. Мы когда начинаем подходить к нему ближе, все, такая музыка страшнее и страшнее. Ну два, раз Спанч Боб такой, ты с монтировочкой, так прикольно, да? Смотреть, ты такой фановый вообще, чувачок. Классно. Еще пооткрывали. Так, ну что, давай будем смотреть, что здесь в этом доме есть. Здесь есть. Так, что, прикольный домик. Ничего, в принципе, ничего нового, да? Так, в этой комнатике пусто. Тут что у нас? Второй этаж, Димончик, тут есть. Можем на второй этаж сходить. Почему здесь светлеет? Так, пошли. Странно, второй этаж посмотрим. Есть. Поднимемся. Вроде нормальный домик. Да вообще тут старенький, спокойно. Правда. А может кто-то есть? Ребята, есть кто живой? Дайте водички попить или что? Мы просто играли по лесу и нашли ваш дом. Собака вдали капает. Угу. Слышу. Странно. Портреты висят, давай посмотрим. Прикольненько, прикольненько, все хорошо. Вообще спокойный домик. Ничего давай здесь вообще страшного нету. Подожди, Димас, смотри. Ну-ка. Вот, сейчас мы кое-что моргает, смешно. Не-не-не, мне мой фонарик. Я еще. Да-да-да, это наш самый реалистичный фонарик, который можно делать в Гаррис Моде. Все прикольно светит, очень реально. Я буду с тобой идти сзади. Хотя здесь никого нету. Здесь не. Может, мы обживемся здесь и будем здесь вместе жить с тобой? Прикольный же домик, смотри. Твой фонарик просвечивает стенки, я вижу, прикольно это смотрится. Ничего здесь страшного нет. Надо дверь просто закрыть и все. Угу. Вот, все, дверь закрыл, к нам теперь никто не должен войти. Блин, я тебя потерял. Я не хочу сам здесь по этому дому ходить. Он какой-то мрачный. Я на второй этаж иду. Да-да-да, я тебя жду здесь. Так, я вижу фонарик, твой, значит, ты где-то здесь. Опять музыка страшная, у меня мурашки по телу от такой музыки. Ух, ребята, страшноватый дом какой-то. Вроде здесь ничего такого нету, но он какой-то мрачный, страшный. Видно, здесь дети, видишь, живут, но никого нету. А тебе не кажется странным, что здесь Фредди лежит? Не кажется тебе странным, Димон? К чему бы это? Может, ребенок, который здесь живет или жил, любит аниматроников? А может, здесь что-то хуже произошло? Тебе не кажется? Возможно, смотри, вон семья, вон, видишь, портрет. Да, где же они все? Блин, неспроста этот дом пустой посреди леса стоит. Здесь все что-то произошло, давай будем исследовать. Тут ящики есть какие-то. Знаешь, мне уже не хочется здесь даже долго ходить, задерживаться. Сейчас мы еще немножко осмотрим. А сейчас ночь все равно. Что, будем перебудем здесь до утра, что ли? Нужно, да. Ну, давай тогда комнаты будем занимать. Я буду себе выбирать комнату, где я буду ночевать. Сейчас, я поеду. Первый этаж есть, кстати. Я на втором люблю. Мне эта комната сильно банальна, тем более здесь аниматроник. Я, когда их вижу даже в детских игрушках, вон, немножко мне страшновато. Вон, Дима, так. Первый этаж. На первый этаж? Ну, давай спустимся, я посмотрю, что там. Ок, пойдем, посмотри. Спускайся. Пойдем, смотри. Смотрим. Вот, это вот, например, есть одна комната, а есть еще вон тут вторая комната. Прикольно. Я буду в этой комнате, все. Я буду здесь до утра. Я тут двери позакрываю. А, ну можно двери закрывать? О, все, Димончик, классно. Как раз на улице уже вечер, все вроде спокойно, хорошо. Блин, мне какие-то страшные звуки постоянно слышатся. Да. Блин, я не хочу здесь ночевать, вот честно, мне как-то страшно, Димон. Страшно в этом доме ночевать. Я лампочку и все. Поставлю. Ночник? Да. Давай, ложи. Прикольно смотрится фонарик твой, вообще классно. Вот. Все. Готово. Вроде бы все хорошо. Так, себе я тоже поставлю такой. Ты не слышишь на крыше шум какой-то? На втором этаже есть. Пошли вместе проверим, что там наверху. Я слышал шум какой-то, как будто в шкафу кто-то или что-то такое. Ты не слышал?
Тихо, нет. Блин, я слышал, как будто кто-то там в шкафу на втором этаже, где ребенок тут был. Вот мне кажется, мы прям были под этой комнатой. Пойдем посмотрим. Блин, мне страшно, Димон. Мне страшно уже туда идти. А представь, ну что-то и произошло что? Страшно, и просто и семью все убили. Ты не думал об этом? Mm-hmm. Возможно. Блин. Вот в этой комнате я слышал шумы какие-то. Особенно в том шкафу. Блин, а когда подхожу к этому шкафу, у меня мурашки по телу выскакивают. Димон! Неужели здесь аниматроники? Ты что, шутишь? Мы попали в логово аниматроников. Может, таких уже много людей здесь попалось. И мы одни из тех людей, которые здесь зашли в эту ловушку. Так ты где? Я на втором этаже в ту комнате за диванчиком буду сидеть здесь. За кроватью, я боюсь. Блин, страшно. Это была марионетка, да, Димон? Да. Одна из самых страшных аниматроников. Можно сказать, аниматроник. Это будет точнее. Я слышу звук. Блин, мне кажется, что там кто-то за дверью. Ну, мне показалось больше, что кто-то за дверью есть там. Блин, Димон, это очень страшно. Давай двери закроем здесь. Давай. Она не закрывается. Блин, это печально. И опять страшная музыка нагнетает. Тихо. Я отвечаю, я боюсь. Димончик, я очень боюсь этот дом. Мне уже кажется, зря мы сюда зашли. Дима, давай лучше здесь будем. Тихо. Давай, давай. Вот, ну, залазим на кровать. Главное, здесь чтобы будем. Они нас не разделили, мы не разбежались, потому что поодиночке нам будет тяжело выжить. О! Я за шкафом кого-то видел, Димон! Блин, мне страшно! Я клянусь, я кого-то видел за шкафом. Вот это тот шкаф, который посветим. Я думаю. Это вот, он. Давай сюда фонарик будем. У нас будет фонарик туда светить. Давай, 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 давай. Он откатывается в какую-то сторону постоянно. Он не хочет шкаф светить. Они специально это делают. Во. Все, свети на шкаф. Блин. Слышишь? Это очень страшно. Это очень страшно, ребята. Это очень страшно. Я убегаю, Димон, 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 Димон. Я убегаю на первый этаж. Блин, там закрыта дверь, я не могу. Я не буду двигаться. Я не буду двигаться вообще. Я замру. Димон, мне очень страшно. Они нас не выпустят, они нас не выпустят. Они нас не выпустят, Димон. Они нас не выпустят. Я убегаю, Димон. Ну что это такое? Ну как мы могли в этот дом зайти? Что нам теперь делать? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я бегу, 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 бегу. Ой-ой-ой, Димон. Как сюда. Же это страшно. Я убегаю, не знаю, куда мне идти. Блин, это очень... Это не прикольно, Димон. Это не прикольно. Я в эту комнату приду назад. Беги! Там, какой там я беги? Видел. Я кого-то видел. Я уже боюсь. Спанч Боб, спаси меня. Нам отсюда вы не выйти живым, я понял. Меня не трогают. Меня не трогают. Все спокойно. Вроде бы все хорошо. Так. Ты живой? Алло. Я очень испугался. Очень испугался. Тут ты свитер валяется. Это ты, да? Мне пятки спы. Блин, Димон, это самый страшный дом, который я видел в игре. Это самый страшный дом. Просто хуже нету дома. Зачем мы сюда пришли с тобой? Пожалуйста. Пожалуйста, ребята. Димас, меня тут вообще фигачит жестко. Ты где? Я вспотел сильно.
Боже, давай, Димон, какой-то страшный дом. Это самый страшный дом, который я видел в играх. Даже в других хоррор-играх такого страшного дома нет. Зачем мы играли в этом лесу и зашли в этот дом? Блин, ну зачем? Не знаю. Надо нам еще протянуть. Может, давай попробуем как-то выйти с него? Или, я не знаю, надо что-то придумать. Выйти? Так дело не будет. Может, они снаружи дома заходят? Может, мы их впустили, не забыли знаю. Дверь закрыть? Я дверь закрыл? Возможно. Это может. Слышите шумы? Да. Пикипенье какое-то. Да что ж такое, Фредюшка? Они решили нас полностью атаковать. Это все. Это все, Димон. Ты понимаешь, мы здесь навсегда заперты. Я теперь понимаю, куда делась эта семья. Все, мы надеемся в безопасности. Представь, сейчас в окно начнут выглядывать аниматроники. Я буду в шоке. Вроде никого нету на улице, все спокойно. Все спокойно, никого нет. Все гладненько. Дверь закрыта, они сюда не пройдут. Они ж не будут вечно на нас нападать. Скоро утро, и мы сможем выбраться отсюда. По-любому мы сможем выйти. Как-то сможем. Я не хочу даже думать, куда делась эта семья, которая здесь жила. Надеюсь, они просто уехали. Меня это успокаивает, когда я так думаю. Ох, мне бы твое лицо жизнерадостное, спанч бобушка. Как грустный такой. Скрин, да. Блин, кто же первый выйдет, дверь откроет, ты или я? Слышишь? Да, смотри, просто что там. Фредди. Он нам ничего не сделает, мы можем аккуратно выйти. Блин, у меня картинка плывет, я просто очень плохо вижу. Он исчез. И где он? Светлеет, я уже не хочу вроде. В этой комнате, я ухожу с этой комнаты. Светлеет. В другую комнату побежали, давай здесь. Тихо, открывай. Светлее, да? Нет двери, блин. Давай сюда. Блин, тут шкафчик. Блин, точняк. Тихо, он в шкафчике был, Димон. Он был в шкафчике. Фредди был в шкафчике. Я тебе клянусь, он там был. Слышишь звук? Да. Тихо. А ну я попробую отвернуться. На секунду. Нет. Он ушел. Блин, Дём, мы дом подожгли. Вот это они тебя присадили. Диман, они тебя полюбили. Фиг. Да блин. Они тебя любят. Тихо. Бонни. Закроем дверь. Все, я закрыл дверь. А ну попробуем, через дверь сработает или нет? Блин, у меня аж кошка убежала. Да ну нафига, Фокси! Димон, нам надо с этого дома срочно выбираться. Я так долго не протяну здесь. Надо валить. Пожалуйста. Алло. Hi. Тихо. И опять тут рядом. Убегаем. Я убегаю. Куда? Димон. Потихоньку надо двигаться на выход к этому с этого дома. Я больше не смогу. Здесь мне нервы не выдерживают. Я просто не могу. Здесь очень страшно. Это самый страшный дом, который я мог видеть. Я здесь не могу больше. Еще ночь на дворе. Шкатулка, они все проснулись, ты понимаешь? Они все против нас. Нам отсюда не выбраться. Диман! Ты где? Да все, я уже не могу. Я хочу, мне кажется, я в окно сейчас выпрыгну. Ух! Диман, свалим мы из этого. Я не могу, где тут рейд? Где здесь выход?
Где здесь выход? За мной беги. Я не вижу тебя, Димон. Я не вижу тебя. Я вижу. Что я вижу. Смысл? Пошли, 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 пошли. Уходим с этого дома. А! Ты видишь, сколько их там? Димон, Димон, ну что мы наделали? Мы всех активировали. Они нас не пускают. Мы не можем выйти с леса. Я не могу. Ребята, 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 ребята. Все. Это все. Димон, я опять появился они в доме. Они не пускают нас. Это проклятый дом. Мы отсюда не сможем выбраться. А, они здесь. Они здесь. Давай попробуем убить. Все, давай убьем их всех и уходим. Блин, его мои патроны не берут. Очистка тебе. Есть. Короче, включаем режим Рэмбо. У нас есть классные пушки. Уходим, уходим. Вы никто. На улице, на улице. Пошли на улицу. Пошли, 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 пошли на улицу. Мочим, мочим всех по очереди. Ну, Чика есть. Теперь бонь. А! Жесть! Димон, мне кажется, мы их не сможем одолеть. Это очень... Ты кого очень убил? Страшно. Ты Чика убил? Это очень страшно. Блин, это очень страшно. А! Я не могу. Я не могу, ребята. Это очень сложно выбраться отсюда. Мне кажется, мы не сможем отсюда выбраться больше никогда. Ой, я потерял. На, получи. Есть. Дима, сзади. Сзади. Я не буду оглядываться. Я просто иду на второй этаж. Зачем я это делаю, не спрашивай. Убиваем. Убиваем. Блин, Димон, я тебе не завидую. Как же они тебя вообще там жестко пугают. Так. Так. На улицу. Димон, бежим на улицу. Я не могу выйти. Они меня не пускают. Беги, 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 беги. Я не могу, они меня не пускают. Я уже боюсь их очень сильно. Все. Гаси, гаси. Ой, я случайно физгана взял. Давай я мочу. Фух, я тебе вспомню все мои испуги среди ночи. И как ты меня бросала в пот. Я слышу? Или мне это кажется? Сзади. Мочи. Просто мочи. Есть. Ребята, мы не такие, как та семья. Мы вам отомстим за всех. И за мальчика тоже. Есть. Ух, Димон, мы всех смогли... Есть. Димон, мы победи. Угу, победили. Остался ползущий. Боже. Слышишь этот звук? Замочи ты его. Он не может бежать, пока он не смотрит. Есть. Димон, мы очистили этот дом от аниматроников. От аниматроников. Ну что, теперь можно спокойно душу выходить? Слышишь? Страшный звук. Опять он. Вот он очень. Он исчез. Он что, сзади меня? Нет, за тебя стена. Да ну ё-моё! Мы же его убили, Димон! Кого? Оси! Мы его убивали. Нет. А теперь убили. А теперь точно. Я его еще труп отпинаю.
за все мои испуги, которые я испытывал. Пошли труп его вытащим. Пошли на улицу вытащим труп, чтобы знали аниматроники, что здесь больше им делать нечего. Так, выходим. Ребята, вот ваш труп. Вот ваши все трупы. Фух, ребят, классно получилось у нас. Мы сначала испугались, но потом взяли силу в кулак и смогли распугать всех аниматроников. Не просто распугать, а убить их. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончик. И как всегда, мы будем вас развлекать очень классной серией. Ну, давайте вы все сами увидите. Мы с Димончиком приехали в какое-то место. Здесь очень интересная пиццерия. Мы зайдем сегодня и будем кушать здесь пиццерию, да? Ну, пошли. Да, смотри, тут никого нету, охранника нету. Он газетку оставил. Охранника нету. Газетку да, оставил. Газет. Ну, да. По пути назад, когда будем выходить, мы эту газету заберем. И кружечку ставь на газетку. Прикольно. Ну все, пошли в пиццерию. Возьму. Да, на пицца нас накормят. Пиццерию с пистолетом и СМГ. Заходим, будет весело. Где наша пицца? Блин, Димон, тут вообще давай с камеры, нету. Типа мы снимаем репортаж. Да-да-да, репортаж с места событий. А где все? Почему пиццерия пустая? Ау. Не знаю. Вон Мишка сидит. Ну, косолапый, все спокойно. Мишка здесь сидит на сцене. Ой, тут такси нет, смотри, палат. Что здесь у нас? О, здесь игровой автомат. Игровой автомат. Игровой зал, можно даже сказать. Смотри, о, здесь Half-Life можно портал бегать. Есть. Майнкрафт. Даже Майнкрафт есть, смотри, класс. Пойдем в Гаррис Мод играть. Гаррис Мод. Mirror Edge даже есть, смотри. Тут все игрушечки прикольные. Half-Life 2. Мишка, Мишка. Смотри, здесь Мишка. Он же на сцене был. Ну да. Машина это ветром сдула его. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это давай подозрительно. Давай его возьмем с собой. А можно? Да ладно. Нет. Пошли. А ну-ка. Пойдем. А где мы можем пиццу купить? Вот здесь. Давай приготовим ее. Кухонька. О, смотри. Здесь, короче, комната охраны, наверное, да? Или что у нас здесь? Да. Это этот Мишка, что ли? Он же такой маленький, хорошенький. Что он может сделать? Ну, что, арбузом раздать? Арбузом раздавить? Я его рассмотри, он к нему арбузом даже не верится, что... О, он бегает! Он бегает! Убегай, Димон! Убегай! Закрывай дверь! Закрывай, закрывай! Да, я выбегу! Я убегаю! Я не хочу! Бей его, бей его! Такой маленький Мишка! Стреляй по нему! Стреляй, стреляй, стреляй! Он зверстый какой-то! Такой маленький Мишка и такое вытворяет. Стреляйте по нему же. Мишка, косолапый. Стреляй по Мишке, стреляй. Мы его сейчас загоним. Мочи, 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 мочи Мишку. Так прикольно за ним гоняться. Мочи, мочи его. Все в кровище уже. Не подпуск. Есть. Блин, такой Мишка маленький. Я столько кровища в нем. Офигеть! Я понял, куда делись. Был, этот походу. Мишка, наверное, весь всех съел из пиццерии, здесь никого нету. Давай уходим отсюда. Здесь Мишки бродят. Пошли исследуем еще карту. Прикольно здесь. Такое все яркое. Большой Мишка, это папа Мишка. Где папа Мишки? Где папа Мишки? Ты что пугаешь так? Михаил Потапыч пришел. Я слышал звук. Огромный Михаил Потапыч. Давай, давай спрячемся от него. Там. О, это вот мы разозлили, короче, этого аниматроника. Мы сына убили, ничего короче, себе. Да-да-да-да-да, мы мелкого убили. Вот там можем Джимен, по камере смотри, чекать Джимен, кто-то. На... Там Джимен бегает. Ай, нафиг эта клавиатура, ничего. Тихо-тихо-тихо. Побежали отсюда. Во. Куда? Тут нельзя пройти. Как? Mm-mm. Как? Почему? Нельзя пройти. И тут нельзя пройти. Ну, нам есть. Только путь назад. Блин, я боюсь туда идти, Димон. Давай вентиляцию сломаем. Ломай. Она не ломается, она не ломается. Пойдем. Блин. Гаси его! Тихо, 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 он пришел к нам! Мочи его! Я убегаю! Я убегаю, Димон! Мамочка! Мамочка, мамочка, мамочка! Я запрятался! Димон, я запрятался, он меня не найдет! Я вентиляции! Он меня не найдет! Он меня не найдет! Я запрятался! Класс, я такую нычку классную нашел. Он меня не может найти. Ну, скорее всего, не сможет найти. Я спрятался, я, короче, какой-то местности странной. Страшно, страшно. Все розовое. Ты слышишь, он что-то говорит? Он смеется, он говнюк. Блин, я боюсь выходить. Я боюсь выходить.
и... Это очень страшно, это очень он страшно. Он ржет. Тихо, никого. Я не знаю, выходить мне или нет. Может, оружие взять помощнее? А ты где? А ты где? Я в компьютерном зале. А я здесь... Я между автоматами здесь сижу. Навряд ли у меня здесь сможет найти. Тихо, я его видел. Он страшный. Он бегает там. Так, я дальше буду отсиживаться. Ух, ребята, это очень страшно. Я не знаю, как мне выходить. Это очень страшно. Попробуй выйти немножко. Так. Я очень боюсь. Давай выходи потихонечку. Я давай я тоже буду выходить. Он нас разделил, и теперь мы поодиночке бессильны. Бессмысленны. Он меня обнаружил! Я вижу! Я заховаюсь дальше, я буду тут стоять, прятаться. Я запрятался, Димон, я запрятался. Блин, какие он страшные звуки издает, это очень страшно. Ой-ой-ой. Он мимо прошел, он меня не увидел. Он меня не увидел, слава богу. Я спрятался. Ух, ребята, это было классно. Это было сложно, страшно и прикольно даже очень. Я вижу, он тебя гоняет. Это прикольно. Да мочи ты его! Мочи его! Я так давно не угорал, ребята, это очень классно. Такого веселого Фредди мы 100 лет не видели. Короче, Димон, я его буду тут ждать, так он забежит и буду ему сразу в жопу стрелять. Фух, фух, а ты где? Мочи его! Мочи! Я убегаю! Есть, мы его убили. Мы убили Фредди и братишку его. Ой, сыночка маленького, братишку. Давай спрячемся куда-нибудь. Пошли, короче, где еще исследуем. Мне кажется, это не вся карта. Тут еще что-то должно быть. Да, должно быть что-то. Давай, ломаем это, вентиляцию. Нифига. Пошли поищем. Может, больше нема аниматроников, так что нам больше нема что переживать. Фух. Так, а ну-ка, что здесь вентиляция? Или... это можно просто было пролезть в другую комнату, я понял. Да. Здесь мы не были. Здесь вообще очень ухоженно и уютно было, пока мы сюда не пришли. Да, пока я тут не прошелся. А Фредди прикольно гонялся, мне так понравилось. О, шкатулка, что ли? Димон, это классная нычка, я тебе скажу. Это все, очень прикольно. Все, пусть открытая будет, если что, будем прятаться там. Открой ее, можно будет прыгнуть сразу. Идем. И нажать закрыть. А где можно? Тут где-то еще есть... Тут маленький аниматроник! Ого, он какой черный. Давай его медленный. Он какой-то медленный, давай его рассмотрим. А что может сделать такой манюсенький аниматроничек? Что ты можешь нам? Ты мне ничего не можешь. Мочи его. Не будем его злить. Димас, я нашел походку куда. Димас, за мной иди. Я иду за тобой. Иди сюда, иди. Я нашел проход там куда-то. Ух. Я перепрыгиваю его, перепрыгиваю. Димас, за мной. А где ты? Я вышел на улицу, тебя не видно. На площадку иди. Где площадка внутри? А, внутри площадка? Пришел. Пришел. Димас, сюда, здесь. Иду. Наверх. Поднимаемся. Блин, как страшно, они на нас наступают прям. Закрывай калитку. Давай нет, наверх, здесь будет. А, тут ничего нет, я думал, тут дальше проход есть. Мочи его! Иди сюда, быстрее, тут проход есть, в улицу. Убегаем. Быстрее, бежим, быстрее. Тут какое-то темно совсем. Наверх, Димон, наверх побежали лучше. Классно. Еще выше поднимаемся. Фу, как страшно. Блин, двери закрыты здесь. И в окно не пролезть. Блин, спускаемся назад. У нас нашелся, как он фыркает на нас. Блин, здесь вообще страшно, тут темно и квартиры. Давай посмотрим, что здесь в квартирах. О,
Здесь Ото в ванне мертвый, иди посмотри. Закрывай дверь. Димон, посмотри. Ого. Жесть, как страшно. Он, наверное, просто рыгал сначала, а потом... Тихо. Ты че? Че ты его бьешь? Он уже мертвый, Димон. Знаешь, он обосрался и умер. Только в ванной бы срал, чего ты возле туалета. Тихо. Вы слышите звуки? Да. Он стучится к нам в дверь. Короче, Димон, выходим. Я манал. Радио можно с собой взять только. Давай, побежали. Побежали. Побежали, побежали, выходим. Димон, я боюсь его. Убегай, убегай. Убегай, Димончик. Я запрятался. Он меня не найдет. Я в пиццерии. Я там, где туалет, и за туалетом сижу. Я тебя жду. Я в нашей секретке спрятался. Ооо, блин, надо как-то к тебе попробовать пройти сейчас. Надо взять оружие. Меня не увидел. Он меня не увидел. Ух, я чуть не обосрался. Хотя, ребята, может, и я обосрался. Тихо, я сейчас за угол выгляну, надеюсь, его там нету. Ну, я бегаю. Он там стоит, Димон, мне страшно. Это Бонни. Это Бонни не видит меня. Не видит, не видит, не видит. Я отвернусь, чтоб не видеть его. Боже, 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 спасибо. Я не хочу. Я еще молодой! Жесть. Фух, вот это явно какунькался тут. Нет, я хочу жить, я хочу жить, я хочу жить. О, хорошо, сбоку не видит. Тихо, 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 я в вентиляцию полезу. Димончик, я ухожу потихоньку. Я тебя вижу, как ты там валишь его. Тихо, 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 я тебе не могу ничем помочь, Димончик, это печально. Он гоняется, я вижу. Он в вентиляцию сейчас полезет. Он не влезет в вентиляцию, он сильно большой. Димон, я нашел нычку, где не может пролезть. Это вентиляция. Фух, слава богу. Все, я нашел укрытие для себя. Заходи сюда, заходи, он не может пролезть. Классно. Димон, как мне тебя жалко. Димон, я здесь. Давай, 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 сиди, он сюда не пролезет. Мы теперь можем здесь ныкаться от него. Давай в него гранаты выкидывать. Он в вентиляции только что был. Давай ему гранат набросаем. Маленький, маленький идет сюда. Хрена чего. Тихо, тихо, отползай, 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 убегай. Я убегаю, я убегаю. Блять, тут стульев много, стульчики мои. Мешают. Шторки задвигаетесь, а. Все. Надеюсь, он я сейчас мне его стулом брошу. Да, давай. Это классно, я стулом по нему брошу. Мочи его! Так. Мочи его, мочи! Ну его нафиг, я убегаю, я убегаю. Мочи, 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 мочи его! Не весело как. Он в стуле застревает. Тихо, я ухожу, я ухожу. Тоже. Тихо, вроде все спокойно. Димон, я вентиляция, я тебя увидел, ты пробежал. Ух. Не хочу. Ух, как это было неожиданно. Бедный диппер. А! Медвежоночек, не трогай нас, пожалуйста. Я тебя буду мочить просто! И когда по нему стреляешь, он его отталкивает. Оп, я на столе, я на столе, он на столе не сможет меня достать. Оп. А, тихо. Вот он, мочи его, мочи. Что вы тут устроили с тобой? Пиццерию разбомбили. Пришли покушать пиццу. Так, так, вроде все спокойно. За мной, Димас. Тихо, тихо, это самая насыщенная серия у нас с тобой. Самое прикольное.
Пошли, побежали, побежали, побежали. О, радио. Димас, сюда, за мной, видишь, где я? Да. Есть. Прячусь. Я упал. Обратно. Здесь очень хорошее место. Есть. Птички поют. Ой, дверь вроде была когда-то. Ждем его. Я наготове. Давай ему закинем гранату. Картошечку. Вроде все спокойно, никого нету, все хорошо у нас. Какая-то тихо! Какашка. А что это было только что? Это какая-то... Какой-то кокушонок звук такой. Чем... Летающий кокушонок? Кокушонок. Мочи, блин! Я не вижу, кого ты убиваешь там, я тоже хочу. Нихера себе! Эта чайка была большая! В этой пицце что-то творится, ребята, очень аномально. Вы сами наблюдаете. Большие чайки, кокушонки летающие. Мне так смешно это все. Че, там никого нету? Так, выходим. Они все знают, где мы. О! Я спрятался. Все. Хорошая нычка. Так. Следим. Ждем, ждем. Вроде никого. Там бегает студия. Расшатывает. Я пойду посмотрю, кто там. Не, Дима, никого нету, выходи. Все спокойно. А ничего, что мы не сможем потом выйти? Да ничего страшного. Главное, чтобы никто не мог зайти, это главная наша цель. Так. Тут курица уже бегает. Стулья в 20 точно, наверное, уже принесли. Носим. Давай вместе носить. Чё. Давай. Давай складываем, просто гору делаем. Да-да-да, гору стулья. Мы со всех залов, короче, снесем стулья. Посмотрим. Я даже физган туда принесу. Нифига себе ты псих. Тихо, стульчик уронил. Там курица гигантская поможет. Шутишь. Нифига себе! Что это за курица? Ты чё на ней, чё надо делать? Курица, что ты нам можешь сделать? Мочи курицу! Какая-то пиццерия стрёмная. Большие курицы. Чё здесь происходит? Димон, может мы уже пиццу сели и нас глючит? Грибовчиков накушались. Может в пиццу что-то добавили, и мы сейчас галлюциген какой-то выхватываем или что? Здесь, ты понимаешь, что тут здесь творится ненормально? Здесь такое не должно быть. Это нормально, что здесь кукла? Давай куклу все туда несем. Так. Она летает, кукла. Летающая кукла? Да. Блин, я уже устал стулья носить, их очень много. И просто нереально много здесь на карте. Мы здесь уже почти сделали гору. Слышишь крики? Тихо. Да. А что это маленькое такое летает? И крикли. Летающая и крикливая. Что это у нас? Это бургер? Что? Я не обратил внимания, что это? Это не бургер. Это какая-то аномальная пиццерия. Пиццерия с аномалиями, ребят. Так что заходите к нам на пиццерию, будем вас пиццей угощать. Давай, сложим дальше стулья. Там в другом зале еще стулья есть. Да, здесь еще даже не со всего мы принесли. Там смотри, сука, в углу еще. Это череп летающий. А что он может нам сделать? Мы можем его убить. Череп, иди сюда. Вот это жесть. Он, получается, заманил меня и убил. Ух. Я испугался. Ну как стулья можно быстро перенести. Да прикольно. А если туда кинуть гранату, вот в три стулья, которые мы уже наслаживали? А ну-ка, чем закончится это все? Смотри, салют из стульев. Я слышал голубя какого-то стрёмного. Еще разок. Разгребем стульчики. Ого, задамажило. Я тоже дамажил, 31 хп остался. Жесть. Стульная вечеринка. У-у-у.
Так, мне здесь что-то подозрительно кажется, здесь что-то не то. Тихо. Я взорвал вентиляцию, там вентиляция. Димон, тут зомби. Там вентиляция. Здесь зомби, смотри. Вот. Мочи зомби. Есть. Был зомби? Пойдем, Димас, я покажу вентилятор. Димас, иди за мной сюда. Видишь меня? Да. За мной иди. Иду. Ну все, пора уезжать. Это была последняя капля наша. Это мы больше здесь не заедем. Ребята, если вы идете в эту пиццерию, больше не заходите сюда никогда. Вообще не советуем. Здесь очень страшно, творится, да, какая-то мистика. Все, уезжаем отсюда, уезжаем. Давай. Блин, уходим. Поезд, где наш поезд? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончик. Сегодня будем играть на классной карте, даже все знают, как она называется. Можете написать внизу в комментариях, будем вас развлекать, поднимать настроение, ну и просто фаниться, потому что Гаррис Мод для этого и создан. И давай, Димончик, я эту карту вообще не знаю, ты как всегда знаешь все карты классные и покажешь мне тут все самые прикольные нычки. Насколько я знаю, здесь в подвале аниматроники обитают, хотя к чему бы этот аниматроники могли бы быть? Ну пошли, ты не беги, давай потихоньку. Пошли немножко прогуляемся, покажешь, где тут что. О, вот кораблик, прикольно. Кораблик. Оп, здесь я не прохожу. Прикольно, пушки. Ой, диванчик у меня с розовыми текстурками, ну ничего страшного. Это блеск получается, видно, не загрузился, что на карте, ну не столь важно. Пойдем. Так, пошли. Блин, я вообще на этот красный кораб вот раз увижу в реальной жизни. Ну не в реальной жизни, хотя бы, по крайней мере, здесь могу побегать, потому что я видел только мультики про Спанч Боба. О, знаменитый. Представь, мы сейчас Спанч Боба здесь встретим. Смотри. Да, касса. Блин, она неужели такая большая? Она на мультике намного меньше. Смотри, я сейчас сесть должен где-то. Угу, ну давай. Музыка играет. Да, я слышу. Блин, я уже хочу прям посмотреть эту карту. О, смотри. Прикольно. Эти как они называются, эти бургеры? Гамбургеры. Не-не-не, они как-то в мультике по-другому назывались. Да? Тут просыпался. Так, пошли дальше. А, я думал, дверь бьется. Ой, что это было только что? Она не открывается, Димончик. Давай. Базука. Ух ты! Рика убил, ну что ж ты? Так, я сзади тебя появился. Я ее разломал, кстати, базуки разломал. А, ее базуку можно взломать, прикольно, пошли. Да. Вот. Ну ты псих. Ой, давай что-то попробуем. А ты где? Давай. Ой. Ну, в принципе, да. Жизни очень много еще. С первого удара просто ломаешь. Давай, я отойду. Много ударов нанести. О, все, красота. Можешь брать и уходить. Прикол. Так, а дальше мы будем изучать подземную карту. О, тут подземелье есть, класс. А, можно падать, тут вода. Так. Угу. Класс, Димон. Офигеть. Да. Блин, неужели такие есть прикольные карты? Их, наверное, еще очень много. Это заветный гамбургер. Угу. Да, стекло? О, я могу через стекло простреливать его. Да? О, смотри. Это как холодильник, что ли? Да, типа в подвал в холодильник. И здесь. О, так это лед, смотри. Тут скользить можно. Класс, смотри, я разгоняюсь, ничего не жму, я еду. Прикольно. Попробуй запрыгни сюда. Да, сейчас. Да подожди, тут я ж скользю немножко. Оп! Давай, Рик. Есть. Оп! Давай, паркур такой небольшой. Так, стоп. А что в том ящике, куда ты запрыгнул? А тут такая маленькая ничка, можно сказать. О, смотри. Прикольно. Так, а здесь ничего, да, нету? Здесь прятки прикольно, можно поиграть. Угу, поиграем. Ой, что было? Отражение мое такое большое. Страшно. А ну еще назад, хочу посмотреть. Ого. У меня глаз какой большой. Прикольно. Ты видел? Нет. Марионетка. Да. Димон, откуда она здесь взялась? Она покушать пришла. Тихо, уходим. Уходим отсюда, давай. Она защищает. Сюда. Так. А где ты?
Не знаю, я здесь куда-то убежал налево. А вот-вот-вот иду. Вот. Вот-вот-вот-вот побежали. А, смотри, смотри. Во, классячок. Здесь такая карта прикольная, с куча нычек здесь интересных. Так. Ух ты. Да, кладовочка такая. О, лестница тут наверх есть. А что здесь? А здесь ничего нету особенного. Димон, тут Чика. Неужели они знают все про нас и где мы? Она стоит, Чика. Чекушка, Чекушка, уходи. Она ушла. Так, побежали. Так, пошли. Так. Не-а. Блин, я хочу туда попасть. Прикольно, там мостик идет. Там зомби, видишь, еще валяются. Зомби есть? Да, вон там, видишь, я вижу. Внизу. Блин, а как же взломать? Туда давай попасть? Я хочу, я из принципа сюда хочу туда попасть. А ну может базукой надо херануть туда? На, давай, блин. Фигач. Не, нифига не берет, Димончик. Может как-то отсюда обойти можно? Блин, жалко нельзя. Жалко, жалко, а хочется. Мы найдем с тобой способ, как-то в той серии, когда мы дверь удалили. Как комментарии написали, так вы могли включить ноуклип, просто пролететь. Ну где же интерес, так если просто включать ноуклип и все пролетать. Можно же надо цель удалить просто. Блин, можно, прикольно, можно. Там прям туман такой. А этот зомби будет у нас урона носить? Или все-таки он просто не есть, знаю, но мы не можем я туда не пройти? Знаю, если честно. Блин, ну мы туда, видно, туда карта не рассчитана, что мы туда ходили. Да, так мы туда не пройдем. Я уже оббежал вокруг. О, там баллончик пришел. Балум! Балум, балум, балум! Валим отсюда. Тихо, да. Тихо, балумчик. Он за тобой. Он за тобой увязался, Димон. Я за бочкой сижу. Зачем ты ко мне пришел? А, балум. Дядька. Тихо. Блин, такой звук, как будто кучу кто-то налаживает. Фух. Знаешь, видел Балума, а Чика пришла. И гения... А, она ж тогда, кстати, и так за нами гналась. Да. Так, я на улице возле корабля того. Я тебя там вижу. На улице, да. Вижу, вижу, все. Хоро... Блин, классно, испугали меня, даже неожиданно. Так. Здесь много всяких. Да, кстати. Подожди. Взял да. Так вот, заградился. На мане когда сидеть? А что эти штучки-цветочки? Это что такое? Не знаю. Ничего не дает, да? Красоты, наверное. Угу. Вы просто есть? Ты где? О, а это что здесь, Димончик? Не знаю. Катулка. Она не работает, какая? И нельзя никак нажать. О, он вылез, что ли, с этой ракушки? Да, я не знаю. Да ракушка никогда ей не нажимается, ничего не взаимодействует, я понял. Он сзади нас был. Его нету, его нету. Не начинает... Ты же сказал, что они только в подвале. Они что, вышли уже? За мной уже? Кто-то бежит. Бегите! Где? Посмотрите. Кто? Ты меня пугаешь. За мной бежит этот, короче, который... Марионетка! Опять! Я боюсь. Но за тебя, за тебя! В смысле, сзади меня? Ты что, что? Ты что? Марионеточка! А ну давай попробуй отойти, отвернуться, она появится быстро, ну оп-оп! Фух! Бедный Рики! Марионетка, ты чё такая, блин, агрессивная? А ты чё, я испугался? Я слышу Фредди. Ребята, вы что, решили нас вообще на... Это жесть! Это совсем жопа. Это жесть, это реально жесть. В подвале к ним зашли, из-за этого они нас... Да, мы их, короче, растревожили, я так понимаю. Они думают, ребята, вы что сюда пришли? Сейчас мы выйдем. Фредди! Фредди, сзади. Фредди, Фредди! Он за... Фредди! Фредди, 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 Фредди! Фреддюшка! Ну, Фредди! Ну, Фредди, пожалуйста! Ну, не на... Ты его убил. Да? Ты его убил. Нет. Красавчик, Димон. Или не убил? Он ушел вроде. Ты его монтировкой по жопе надавал.
Ему еще так говорит, монтировка по жопе Фредди еще никто не бил. Ты первый. Ну все, вроде отступают. Ой. Нельзя даже эту дверь. Я на физганом тронул, но она все равно физически ее нельзя трогать. Классная пиццерия. Спанч Боба реально не хватает. Ребят, если вы хотите в следующей серии, чтобы был с нами Спанч Боб, ставьте лайк. Я буду не против. Это Бонни пришел нам пиццу? А ну-ка, Бонни быстро нам пиццу принес. Быстро. Гамбургер нам быстро. Бонни, вот, пиццу нам. Это наш посетитель. Да-да-да-да-да, а ну если я отвернусь. Он не хочет кушать. А! Да ну какого хрена, я ж только отвернулся. Бедный Рики. У него прям на лице гримаса такая застыла. Да ну ё-моё, ну хватит, Бонюшка. Жесть. Где? Они меня высаживают на одно место. Давай пойдем на второй этаж. О, пошли. Пошли, мы еще, кстати, здесь не были. Ай, перепрыгнул. Еще разочек. Смотри, где? Смотри, куда лезу я. А где ты, где ты? О, красавчик, давай. Я к тебе. Отсюда можно всех разглядеть. Во, класс, сюда можно... Да что ж такое, во, класс. О, блин, здесь тихо, марионетка. Тихо, была. Тихо, тихо. Марионетка. Да. Прикольная местечко. Ракушка. Да, что она делает? Не знаю. Ну это как вывеска, типа, красить икра, понял? Mm-hmm. Там музыка играет. Это звуки? Не, все хорошо, вроде бы, это мне послышалось. Все хорошо и глади. Тихо, покажи. О, подожди. О, за тебя, за тебя. Бонни, ну пожалуйста, ну я уже боюсь тебя. Сзади. Да сколько можно? Бонни от тебя не отстает. Ух. Они меня высаживают. Постоянно у меня сжимается одно место. Когда я их вижу, реально сжимается сильно. Фух. Ну, местность такая, знаешь, просто такой позитив, вот тут аниматроники пришли, и давай нас пугать здесь. Они нас погоняют, ведь, ребята, пришли. Мы вас найдем везде. Иди сюда, зайди в Красти Краб, здесь можно, наверное, куда еще спрятаться, иди сюда. Да-да-да-да, иду. Так, мне бы выйти, а вот вижу лестничку, поднимаюсь. Так, я здесь. Попробуй на второй этаж залезть, я здесь спрятался. Я иду, я иду. Не, не второй этаж, я имею в виду внутрь Красти Крабса, зайди и там поднимись. Иду, иду. Видишь меня? Да, вижу. Смотри, я здесь спят. Ага, прикольная нычечка, я тебе скажу. А ну давай берем катушечку эту. Нифига, ты можешь туда пролезть? Да, ты можешь. Потому что Диппер маленький. Ну, вроде аниматроники успокоились. Здесь по сетке можно ходить. По сетке? О! Ну да, я же ходил уже по ней. Оп. Оп. Да, такой бы бар в реальной жизни был? Согласись, было бы классно. Да, такой бар в реальной жизни бы? Вот что никто не сделает? Представь, какой бы был фурор у создателя такого бара. Вот антураж, чтобы сделать, как типа в мультике Спанч Боб. Если бы у меня было, наверное, много денег, я бы такой бар бы хотел бы сделать себе. Это был бы уникальный в своем роде. Вне конкуренции. Хотя, может, уже в реальной жизни есть такие бары. Откуда мы знаем? Димон, они тебя пугают, а я здесь наверху. Они меня не трогают. Видишь, они сюда наверх не залазят, потому что аниматроники не могут лазить по сетке. Тихо, ну тихо, пожалуйста, Фредди. Вот он здесь. А ну я отвернусь. Не, он на тебя агрится, он на меня не агрится. По башке ему надавать. Ты что, металлический, что ли? Ух, ты жахнул, у меня 37 хп осталось. Ой. Тихо. Ты когда отворачиваешься, он прям за спиной резко тпхается. Он сзади тебя! Все, ты его убил! Диппер убил аниматроника? Офигеть! Ты смог это сделать! О, минус один! Ты молодец! Пусть так и висит.
Как игрушка, но я пойду посмотри, как он там свисает. Один такая. Тихо. У меня уже не до улыбки, когда я слышу тот голос. Тот звук. Хрень какая, блин, нездоровая. Я убиваю эту хрень. Зачем вы так пугаете меня? Уходи! Уходи! Я надо ей смотреть в лицо, я понял, в чем смысл. Я убегаю с этого бара вообще, я не хочу в него. Да ну хватит! Ну что она меня так жестко пугает? На тебя! Диппер сегодня разошелся! Я нас, их красавчик, Димон. Да гасить их минус надо два, всех. Минус два аниматроника. Да. Так, больше это, нас не смогут. Маринетку убил, Фредди убил. Еще Бонни осталось замочить. Еще... Да. И все. А, и Фокси Бонни еще будет, потом. Чика, кстати, Фокси еще нету. Там. Может, Фокси и не будет, кстати. Может, его здесь и нету. Да, может, он пропал. А он сюда не идет. Здесь слишком светло для него. Ну если не идет он к нам, пошли мы к нему. Завалим его, это и все. Раз мы их можем убивать уже. Более вижу, ты вообще сегодня деловой пацан. Тихо. На тебе. Ой, Фокси и Фредди. Все пришли. Фокси. Ты разозлился, я понял. Я, наверное, думал, а как вы могли про меня забыть? Я же вот, ребята. Короче, мы не смогли Фокси убить. Ты видишь, как он резкий парень? Он слишком сильный. Жестокий, жестокий. И нападает внезапно, и мы ничего не смогли ему даже... Я даже пулю не успел выпустить в его адрес. В его адрес. А, баллон. Ах ты, баллон, вонючий. Мочи его. Нифига. Есть. Еще минус один. Класс. Неубиваемых. Да мы сегодня вообще разгромили аниматроников. Это, наверное, самая такая серия, где мы им дали отпор. Не, они нас убивают. Ой, теперь попал, случайно мы их попал. Слышь, это охота за аниматроников. Да-да-да, охота на аниматроников открыта. Теперь нам надо Фокси убить, да, это самая главная цель. Не охотятся. Да, Фокси. Тихо, сзади никого нету. Тихонько, тихонько. Ну нафиг, ну нафиг. Не-не-не-не-не, это... Давай попробуем его убить. Мочи его, мочи. Есть! Красотища какая! Мы его сегодня мочим! Что, ребята, вы уже не такие деловые, не такие крутые, да? Давай, иди сюда! А кто у нас остался? Фокси остался, Димончик, пошли! По-любому он там, где это, там, где ледяная комната. Чик будем его Бонни, там искать. Там еще Чик и Бонни же есть. А, Чика! Чика еще, Бонни. Да. Чика и Бонни. Бонни, да. На тебе! Тихо! Чика, Чика, Чика. Ааа, я ж в уголок стал! Фу, Дима, не так просто их убить, как кажется. Не так просто. Я думал, будет легче. Ух, страшновато, страшновато. Что ты вылупился? Ой, я буду сейчас его мочить. Я Чику убил. Да? Я Бонни валю. Есть! Остался Фокси и все. Фокси самый сильный, как ты думаешь? Да. Он ну очень пошли. Сильный. Фух, я его так боюсь, этого Фокси. У него такой скример страшнючий. Тихо. Ой, это кто? Это кто? Я не знаю. Я не сзади тебя. Он, а ну, я ща, а ну подожди, если я буду стоять возле него и резко оглянусь. Это что за робот такой? Хрень какая-то нездоровая. Ты что ж опять на меня смотришь-то? Давай его замочим. Давай. Сдохни. Есть. Фух, мне когда на душе такая робот. Радость аж берет, когда мы их начинаем мочить. Это прикольно. Такой? Это прикольно. Что это за робот? Я не знаю. Ну у него скример такой, именно робот такой прям в лицо прыгает и так орёт тебе. Пошли Фокси замочим, я хочу убить Фокси. Да, он, наверное, в подвале сидит. Он уже, наверное, боится. Да-да, это мы его боимся. Да, мы, смотри, всех аниматроников перебили, он один остался. Да, и мне кажется, ну, он кстати, такой быстрый парень. Видишь, он даже как бы не стоит и не смотрит на тебя, он просто прыгает сразу. О! Мы можем теперь сюда пройти!
Смотри, зомби валяются. Офигеть, Димончик. Это сейчас будет война с боссом, походу, здесь. А, я упал! Сейчас здесь боссом будем мы драться. Я упал. А лестница есть. Фух, я так испугался туда падать. Сейчас будет самым зловещим драться. То страшно туда падать. А где зомбачачины? Тихо. Сзади Фокси. Фокси, мочи его. Получи. Фокси. Ух, Фредди. Это Голден Фредди. Это что, братуху он позвал всего? А, опять. Угу. Димон, они нас... Опять, да что ж такое? Короче, он позвал на своего братишку. Димон, вот это они разошлись. Я, короче, в ту комнате внизу заспавнился, где зомби вот эти, зеленый туман. Я там тебя жду. Хорошо, я иду. Ух, они нас выгнали отсюда, получается. На тебе. Жесть. Да сколько можно, ребятушки, ну страшно же. О, на меня аниматроник смотрит. Гаси его. Блин, я не вижу, у меня экран поплыл. Ой, блин, плохо все совсем. Буду мочить. Есть! Димон, мы его убили. Мы его убили. И мы его не Нет. убили, он исчез. Он встал. На тебе, говно. Он сзади нас. О! Тихо. Как он так делает быстро все? Он здесь. Я убегаю. А нас нашел, блин. Я убегаю. Я в ракушку. Я его убиваю. Убиваю я его. Я его буду мочить. Есть! Фух, мы это сделали, аж остался вздохнуть сам можно. Зловещий враг. Зловещий враг остался. Я боюсь, вот Фокси, он очень страшный. Очень-очень страшный. Где он? Где он? Фух. Я его убиваю, я пытаюсь. Ох, еще раз! Господи, Фоксюшкин, оставь меня в покоюшкин. Это жесть какая-то просто. Наверх лезь. Да, давай. Давай. Сидим здесь. Вот он здесь, он здесь. Мочи его, мочи. Главное не оглядывай. Есть. Мы его убили. И, друзья, ну что ж, на этом будем заканчивать. С вами был Димас и Димончик. Если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения и всем пока!